Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать мармеладки из агар-агар. А его получают из морских водорослей. Он натуральный. Вот у меня на столе фруктовое пюре, порошок агар-агар и вода, и вот формочки. Я засыпаю порошок агар-агар в кастрюлю и заливаю холодной водой. И оставляю на 15 минут. Вот у меня агар-агар отстоялся в холодной воде 15 минут. Теперь я поставлю его на плиту и буду доводить до кипения. Потом я буду его варить на медленном огне 5-10 минут. Доводим на медленном огне до кипения. Я добавила фруктовое пюре в кастрюлю, довожу до кипения и выключаю. Теперь разливаю по формочкам. Даю остывать. Вот мои мармеладки застыли. Теперь я буду вытаскивать их на тарелку. Вкусные аппетитные мармеладки у меня получились. Моей сестренке понравились мармеладки, потому что они вкусные и полезные. Спасибо, до свидания.